Вам Антон не рассказывал эту историю? Посмотри, какая красота кругом. Я ничего не вижу в этом хорошего. Посмотри на ее щиколотки. Это я. Выразительно, правда? Почему вы все просите у меня денег? Я не банкир, я писатель. Это хорошо. Хорошо, что в тебе столько веселья. Ничего близко к сердцу не принимаешь. А есть у тебя сердце-то? Я все думал, как я тебе это скажу. Я сын крепостного мужика, меня никто не учил, а я вас выучил! Кем я могу стать, скажи мне? Чеховым! Не могу быть Чеховым, Чехов есть уже! Они просто тебе все завидуют. Нас всех, если запомнят, Антоша, то только из-за тебя. Ты самый лучший из всех теперешних писателей. Мой отец сказал, что проклянет меня, если я приму православие и обвенчаюсь с Антоном. Не удержусь.